Приветики, девчонки и мальчишки, приветствую всех на своем канале Щепот коня. Сегодня мне пришел заказ из магазина Валберес, и я хочу показать, что я купила. Купила я вот такую вот упаковку семечек кунжутных, сырые семечки. 1 килограмм 100% семена кунжута. Худеем вкусно. Что я буду из него делать? Ну, не только добавлять в выпечку, но и кое-какие вкусняшки буду делать. Давайте вместе с вами сейчас открою пакет, и мы посмотрим, что это, что из себя представляет вот это вот фирма. Ссылки я не буду оставлять на кунжутное семя, потому что как бы это не реклама, это просто мой заказ, обзор, то, что я беру. Поэтому ссылочки, извините, мои хорошие, я не оставлю. То есть кунжут можно найти на Валберес совершенно любой. Худеем вкусно, семена кунжута. Больше кальция, чем в молоке. Улучшает пищеварение, повышает умственную активность, молодость. Профилактика остеопороза и заболеваний раковых. Улучшает состояние кожи, волос, ногтей, костей. Выводит токсины из организма, нормализует обмен веществ, укрепляет нервную систему, помогает в наращивании мышечной массы. Способ применения. Семена кунжута можно добавлять в мясные блюда. Блюда из птицы, козинаки, халву, роллы, суши хорошо сочетаются и с овощами, и с десертами, и с выпечкой. Употреблять достаточное количество семян кунжута и будете здоровы, то есть в день. К сожалению, здесь непрозрачная упаковка. Давайте я все-таки открою и покажу, потому что я же все равно буду им пользоваться. Откроем, посмотрим. Удобно чем? Тем, что здесь есть замочек. Открываешь, закрываешь. Супер сделали. Очень удобно все вот это вот. Так. Опа! И вот они, семечки. Смотрите, какие. Все чистенькие, вообще суперские. Ни грязи, ничего здесь я не вижу. Хорошие семечки. Вкусные. Обожаю кунжут. Обожаю кунжут. Буду делать вкусняшки из них. Поэтому мне нужен килограмм. Закрыла. Дальше. Дальше я взяла 1 килограмм миндаля. Миндаля очень люблю, обожаю. Это тоже тут написано полезное питание. Из него я тоже буду кое-что делать. Не пропускайте мои видео, следующие мои обзоры. Я буду делать вкусняшки из миндаля. Значит, здесь килограмм. Страна происхождения Аргентина. Энергетическая ценность и так далее. Все, больше ничего тут не написано. Тут уже пакет прозрачный, и можно наблюдать, какие непосредственно здесь орешки. Целые, не целые. Сейчас я открою. Вот такой пакет. Вроде бы как, видите, вроде бы как целенькие, да, все? Мало, которые расколоты, и практически нет расколотых. Мне, в принципе, это и не важно, потому что я буду готовить из него вкусное очень блюдо и полезное. И мне тоже нужен килограмм для этого.
Ну, вот есть какой-то, видите, такой мятый, непонятный, что-то такое. И они, по-моему, не обжаренные, сушеные, да, не обжаренные. Мне главное, чтобы он был сырой и не обжаренный. Хороший миндальчик, мне понравился. Так, потом что я взяла? Я взяла витамины, вот такие вот, называются трифола. Это индийские витамины. Сейчас сезон простуд. Сопли часто у меня бывают, то, в общем, иммунитет ослабленный. Но я слышала, что они очень хорошо иммунитет укрепляют. Вот я взяла трифола, тут три фрукта индийских. Три фрукта. Написано, в общем, по-русски здесь ничего. Это фирма индийская, ничего по-русски здесь не написано. А почему я взяла? Аптечные витамины я брала, вот мне нравился этот комплевит. Но сейчас что-то там стали добавлять, в общем, сыпь. Начинается сыпь после этих синтетических витаминов, и я не знаю, какие выбрать. Если вы знаете, можете мне посоветовать, например, что-то из аптечных витамин, или, может быть, из витамина с Валдериса или с другого какого-либо интернет-магазина. Ну, вот я прочитала вот про вот эту вот штуку и, не знаю, попробую пить. Такая вот банка. Тут еще инструкция есть. Вот. И уже пью я вот такую вот живицу тоже на Валберисе брала. Живица кедровая на облепиховом масле. Потом и еще есть на вот такие вот витаминки. Вот они как рыбий жир. Еще есть на кедровом масле живица. Тоже мне очень она нравится. От насморка. От кашля. В общем, я уже вот вторую баночку допиваю. Вернее, одну допила, а эту вот только я начинаю принимать. Знаете, в принципе, я не ощущаю такое, что-то какой-то прилив сил. Вот, знаете, вот от этого я не ощущаю. Но насморка пока вот погода холодная, сейчас тоже вроде бы нету. Помогает она, не помогает, я еще не могу понять. Поэтому взяла такое еще. Трифола. Как они выглядят, я даже не знаю. Беру первый раз. Сейчас открою. Вот такие вот они. Витаминки. Коричневые. Такие. Там три индийских фрукта. Три индийских. Ну как пахнут? Пахнут приятно такой травкой. Инструкция здесь, кстати, на русском. Сделали для россиян. Вот такое вот здоровье Востока. Древнее аюрведическое средство, известное в Индии несколько тысячелетий, как положительно влияющее на все системы организма. С помощью трифолы люди достигают удивительных результатов по омоложению организма и исцелению многих заболеваний. Трифола применяется при заболеваниях крови, желудка, нарушении функции кишечника, интоксикации организма, ослабленного иммунитета, нервное истощение, бессонница. Ну вот ослабленный иммунитет, вот у меня тоже ослабленный иммунитет, и тоже и болячки все липнут и так далее. В общем, если вы что-то тоже можете посоветовать, мне в комментариях напишите, что вы принимаете для укрепления иммунитета. Может быть, тоже себе закажу. Вот. Ну и показания тоже. Я не буду все зачитывать. Можете остановить и посмотреть. Поддерживает иммунитет. В общем, тут целый список, видите. И поэтому я думаю, что на весь организм, значит,
влияет. Так. Это вот что я взяла, аюрведическое средство. Такое вот. В составе три активных компонента. Плоды амалаки, плоды бабхитаки и плоды харитаки. Сушеные плоды. Такой вот состав. Вот такой закатик мне сегодня пришел из магазина, интернет-магазина Валберес. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы, ваше мнение по поводу витамин. Вот, ну и, конечно, смотрите мои обзоры. Я буду показывать, вкусняшку буду делать из миндаля и из кунжута. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вам я желаю отличного настроения, добра, счастья. До новых моих обзоров.